Всем привет, дамы и господа, с вами Валерос и Ванёк. И сегодня мы посмотрим ТикТок. И, кстати, я стал тиктокером. Ты был избранником! Предрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнёшь к ним! Не надо тут меня сейчас осуждать, типа я начал снимать ролики. Ну, я просто делаю нарезки, беру из видео и вставляю там смешные фразы и все, так что не надо тут пиздеть. И вообще, мы не говорим, что ТикТок хуйня, да, Ванёк? Ну, скажи что-нибудь. ТикТок не хуйня. Нет. Верни мой паспорт. Нет, просто, типа, есть кринжовые ТикТоки, а есть реально интересные, хорошие ТикТоки. Давайте посмотрим. Oops, my heart went... Асланчик, сходи в магазин, купи похавать. Хорошо, дедушка, но у меня даже монеты нет, я же бродяга. Не очкуй раньше времени, я дам тебе список с продуктами, вот деньги. И что мне на это купить? Вот список. И да, купи себе что-нибудь на сдачу, ни в чем себе не отказывай. Дедушка, тут только батонов 50 штук. Ты мне дал всего 50 рублей. А ты что думал, в сказку попал? Тут максимум на жвачку хватит. О себе я вообще не говорю. Все, иду. Алло, Баха, займи мне 40 косарей. Нормально так, Асланчик 40 тысяч занял у бабушки. Интересно, она почку ему потом вырежет за то, что он не вернул. Богатыри, вот Илюша слегка разминается, и Добрыня уже тут как то. Сейчас Алёша чуть-чуть оклемается. У Ванька небольшие претензии, ну-ка давайте. Да потому что она анимает не только Наруто, блядь. Да это, блядь, можно понятно. Можно было более хороших героев взять, срисовать, например, как у... Может, с One Piece взять там, было бы. Не-не-не. Или из Аватара, блядь. Слишком гиперактивен. Из Аватара, покемона, блядь, что там еще было с ним, блядь. Вот. Не, из хентая бы взяли там русские богатыри, блядь. Хентай по порнохабу самый популярный в СНГ. Не, из его и взяли бы, сделали таких богатырей. Значит, его имя По. Наконец-то достойный соперник. Наше сражение станет легендарным. Как говорится, ау, в безумном можно быть первым. Безумно можно быть первым. Это же совершенно ненаучно! Этого не может быть! Этого не может быть! В натуре недавно было 10 июня, а сегодня уже половина лета прошла. Еще половинка и в школу. У меня будет ЕГЭ, а Ване повезло. Ему еще год, потом ОГЭ будет в следующем. В любом случае не пиздец. А вот Сане, ему надо... смириться. Ну, я его поддержу, потому что блядь, сам ОГЭ сдавал. Мне ИЗО добивать придется. Какой ИЗО, блядь, в восьмом? Да, на восьмом будет еще. У меня ИЗО уже 4 года нету. Ты сука. У меня уже химия, блядь, 4 года почти. Вот видите, как... Вот у меня тоже химия, как уже несколько лет. Блядь, ёбнулась. Дяльбоёб. Ёжик, тебе не кажется, что жизнь... стала какая-то обыкновенная. Ничего не происходит. Да и мы уже давно ничего не делали великого. Ну что сказать, пубертат, все такие дела, потом это пройдет. Ну там не про пубертат, а в смысле, что... Домогательство, я просто так сказал. Логика феминисток, что мужчины не домогаются целых 130 минут, и все, уже пиздец, 2 часа. Ничего я не делал и не совершали. Ну это же я просто по приколу сказал, как тогда, помнишь, ты мне про психолога. Кстати, ребят, ну кто не понял, тогда прошу прощения, просто я тогда имел в виду про школьниц, подростков, типа, что они под кровать, ну, знаете, там. Ну, блядь, короче, не знаете, посмотрите ролик мой, первый Хорошо. Выпуск там. Я его обозревал второй, ну, я второй ТикТок обозревал по счету, где-то там на первой минуте было, так что смотрите. Вот, блядь. Ну, вы поняли, вот все, давайте. Да, подсказку, короче.
Осталось 3 часа. Осталось 2 часа. Остался 1 час. Мам, он меня хочет убить. Ну что, девочка, крепись, потом детей нарожаешь, все хорошо, да, Ваня? Да, блядь, ребенок от мангер-члена. Не-не, там просто музон играл. Ну, блядь, ну там не было музона, они типа такие, осталось. Не-не, это из, типа, из его истории я ошибся. Да, типа, что... Вот этот, пососи! Я богатый, блядь. Вот будто ему вейп вставили вот так в очко. Бля, вот на самом деле я не хотел говорить о нем, потому что вот... Чем больше пиздишь, чем он наоборот хайпится, на да, самом деле. Да, чем на пиар, это еще был... И, если честно, вот все могут посмотреть, у меня в записи в ВК, я вообще о нем ничего не пишу, вот, целый месяц уже. И видосы о нем даже не снимал, уже где-то 5 видосов назад, последний раз я о нем говорил. Вот вспомнили, ТикТок, даже там этот человек есть. На самом деле, вот, может быть, в музыке, да, он мне противен, там, ну, и сейчас поведением, а так, более-менее, он там общается с людьми. Вот почему-то все, кто с ним общается, исполнители, говорят, что он более-менее, типа, нормально, просто на камеру так. Ну, помнишь, типа, комиков, и что было дальше? Они же тоже, типа, по-настоящему, это другие ребята. Их ненавидели. Ну, я тебя предупреждал. Смотри-ка. А, Кощей, замочили! Пизда тебе, Кощей, блядь. Какого хуя? Актерская игра на уровне бог. Почему ему золотую малину не дали? Не, надо золотую ногу Панину. Так нужно отдать. Вчера, кстати, смотрели «Жмурки», хороший фильм. Я бы отдал золотую ногу Алексею Панину за лучшую мужскую роль. Дюжеву отдал бы золотой амфетамин, потому что он всегда вот так... Михалкову Михаил Оскар, он заслужил. Там даже Гарик Сукачев был, который пел «Моя бабушка курит трубку», может, вы знаете. Ладно, погнали. Наши комьюнити не знают это. Ну, зато «Рюмка водки на столе» все слушали, а тогда тоже вышло в этом же году, вроде, 2002. В 2002 вышло. Вот я еще не родился, вот за год у меня. Спокойной ночи, крошка. Спокойной ночи, крошка. Вот так вот там было, только я сейчас чуть не... Кстати, мы этот ролик снимаем очень рано, так что, вон, видите, Ванёк не выспался ни хрена. Ладно, спасибо, что посмотрели ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Валерос, всем пока, короче, ждите новых роликов, блядь. Он забрал мой паспорт. И нахуй. Зены фазеры сироп, меня загоняет гроб. Зены фазеры сироп, меня загоняет гроб.